И еще одна трагедия, которая произошла 26 сентября, обернулась более печально. В первой половине дня по улице Батарейной произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. В половине 11 утра на дороге с односторонним движением водитель автомобиля ВАЗ-21074, который двигался по Батарейной со стороны улицы Совхозной в сторону Запорожской, совершил столкновение с пешеходом, переходящим дорогу в неустановленном месте. Пешеход был доставлен в центральную районную больницу, где, по неофициальным данным, к вечеру этого же дня скончался. Медики констатировали у пострадавшего множественные травмы, в числе которых ушиб мозга, перелом основания черепа. По факту случившегося проводится проверка, результаты которой позволят установить степень вины участников ДТП. Будьте осторожны на дороге и при обращении с огнем. А мы напоминаем, что всегда готовы получать от вас информацию о происшествиях и просто интересных событиях, людях, фактах. Становитесь нашими народными корреспондентами, звоните по телефону 411 51, пишите на наш электронный адрес smtrk@sobakamail.ru.